Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про сабельную пилу Makita DJR-187Z. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Электроножовка для распилывания заготовок из любого материала, в том числе металлических труб диаметром до 130 мм. Сабельные пилы функционально аналогичны обычным ножовкам, а оснащение аккумулятором позволяет считать их полноценной заменой ручному инструменту. Удобное управление. Эргономичная рукоятка обрезинена и удобно лежит в руке. Управление осуществляется большим курковым выключателем. Число оборотов регулируется электроникой. Встроенная подсветка с функцией подсвечивания позволяет работать без ущерба качеству в местах с недостаточным общим освещением. Свободные руки. В перерывах между работой, связанных непосредственно с использованием инструмента, его можно подвешивать на поясной ремень или на другую опору. Для этого есть специальный крючок. Он складывается, прижимается к корпусу и не мешает при работе. Нулевая комплектация не предусматривает наличие батарей и зарядного устройства. Их стоит приобрести отдельно или воспользоваться подходящими аккумуляторами от уже имеющегося инструмента. Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR-187Z высокоэффективна в работе. Источником питания служат 18-вольтовые ли-ион батареи типа слайдер. Многократное крепление обеспечивает надежный контакт инструмента с аккумулятором при самой интенсивной работе и высокой вибрации. Управление инструментом осуществляется посредством большого куркового выключателя. Бесщеточный мотор характеризуется высоким КПД и не нуждается в дополнительном обслуживании. Усовершенствованная система привода минимизирует увод пилки и уменьшает вибрацию. Два скоростных режима позволяют максимально эффективно работать с различными материалами. Простая регулировка положения башмака и смена оснастки. Регулировка положения опорного башмака и смена оснастки осуществляются без вспомогательного инструмента. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Нет системы гашения вибрации. Греется сильно. Тяжелая. Теперь перейдем к положительным. Очень удобная в быту. Быстро пилит дерево и металл также. Мощная. Заряда аккумулятора хватает. Главное, максимально безопасно. Выдвижная опора. Удобный хват, пилит все подряд и быстро. Крючок для подвеса. В 90% заменила болгарку. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.